Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы говорите, что ревнуете парня к его прошлому, и началось это после того, как вы перестали работать. Вот, это на работе, а вы полгода нет. А знаете, на что я бы вот хотел обратить ваше внимание, пожалуй, на то, что, что вы делаете с работой своей дальше. Ну, то есть, вот вы сейчас не работаете, к примеру. А что вы собираетесь делать? Собираетесь ли вы искать работу, как-то реализовываться и так далее? Потому что у меня такое чувство, такое ощущение, что ну, работы у вас, словно говоря, нет, и нет, и нет. То есть, ну, вы никак себя не реализовываете. Вообще, как бы вы начинаете сравнивать себя с другими девушками и начинаете, ну, как-то вот допускать, условно, что вы хуже, чем его другие девушки, предыдущие. И появляется страх, что он от вас идет. В свою очередь, это состояние проистекает из того ощущения, что вы не ценны, вот, а отсутствие собственной ценности, в свою очередь, связано с тем, что вы, ну, опять же, не делаете того, что вам хочется, вы никак не реализуете, чтобы, вот, чтобы чувствовать себя как-то вот, чтобы чувствовать себя, ну, как, знаете, вот, полноценно, скажем так. Отсюда вот такое состояние ревности. То есть вы вот падает очень сильно самооценка. Вот. Что мне кажется вполне нормально. Естественно, точнее. В этой ситуации. Ну, в данной ситуации. Поэтому я бы сказал, что двигаться вам нужно в сторону реализации себя. Двигаться нужно в сторону раскрытия себя. Вот. Двигаться надо, нужно, ну, желательно, понятно, что это все только рекомендации, но желательно двигаться в сторону собственного развития. Понимаете, какая штука. И работать с самооценкой, конечно же, потому что самооценка — это то, что вас, на мой взгляд, сильнее всего страдает. Сейчас, по крайней мере. Вот, как-то так. Чувствуете себя хуже него и начинаете задавать вопрос, почему он со мной, зачем он со мной, для чего он со мной, или и так далее. Понимаете, да, о чем идет речь? Вот, собственно, в этом направлении вам и нужно, как мне кажется, двигаться. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь.
по моему вопросу. Это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!